CBD Майкл Джексон? Не, ну это уже, вообще-то перебор, блин. Майнивны с вами, всем привет. И сегодня с реакцией на CBD туалет, ребята. Будем познавать этот великолепный, потрясающий мир туалетных приколов. Это будет 68-я, вторая часть серии, и 69-я полностью. Погнали смотреть. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майни Шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Там какой-то эпик происходит, ну, как обычно. Все, отскибедишили. Я сначала думал, что да, там не туалет с лазерами, а что туда в туалет, ну вы поняли. Ну делают дела, которые обычно в туалеты делают. С них головы обычно не вылазят, ребята. Кто не знал, обычно в туалет ходят. Ну не ногами, ну должны знать. И вот те желтые лазеры похожи. Это пока легко. Что за супер скибиди туалет вылезет? Скибиди погрузчик? Это новый враг скибиди погрузчик? Реально, скибиди рабочий. Завод по производству скибидистов? Жесть. Стреляйте, пока не поздно. Чего? Даже Breaking Bad, даже, блин, как? Нет. Ну это до слез, до слез. Нет. Грустный лайк. Реально, Волтер. Волтер и Джесси предали. Джесси чувствует себя очень скибиди. Будет месть. Месть за друга камерамена. Это трагедия, это драма, ребята, если что. Но еще это не все вообще-то. Вообще-то это не все. Трагедия продолжается. Драма, трагедия, трагикомедия. Ого, скримеры. Ну, нормально, все, ребята, нормально, Росомаха за нас. Когти у него. Ой, какие же они крутые. А, это какой-то завод, там, где держат для подготовления новых скибидистов. Скибиди огонь, блин. Скибидить растусь. Это будет скибиди дверь? Скибиди дверь. Скибиди скелеты? Блин, так мод для Скайрима, будто бы. Круто. Когда мод на Скайрим скибиди... Скибиди Скайрим. Извините. У меня хорошее настроение сегодня. Не, ну это какой-то уже вундервафля. Это же неправильно, это же имба. У скибидистов не должно быть ног, а это что такое? А чё сзади стоят?
Жесть. Скибиди Майкл Джексон? Не, ну это уже, ну это уже вообще-то перебор, блин. Скибиди Майкл Джексон, это уже перебор. Капец опасный. Что это было? А, либо то, что он не дождался. Ну, без вариантов, все погибли, блин. Братан. Там скибиди Майкл Джексон, ну что, извини, конечно, тут без вариантов вообще. Ноль шансов. Ну, ты же понимаешь, 70-я серия будет последняя, скорее всего, потому что сейчас происходит, все очень ведет к концу. Ну, наверное, да. Братская сила, блин. Power. А я со мной. Не заслужил. Капец. Вот так тебя братаны и променяли, брат. Вот это вообще грустно. То есть не признают, не признают. Он был один из первых, блин. Грустно. Грустно, блин. Грустно и невкусно вообще. Анти-скибиди джетпак? Анти-скибиди автомат? О май гад! Ну, походу, это будет последняя серия, скорее всего. Наверное, 70-я серия будет последней, потому что то, что сейчас происходит, ну, к этому всему и ведет. Но я надеюсь, было бы хорошо, чтобы это было там какой-то концовка. Если что бы дальше делал бы да фак, потому что он же всегда делал очень странные вещи. И по-любому он будет какую-то пытаться новую хайповую тему сделать. Получится ли у него что-то делать хайповее, чем Скибиди Туалет? Или все-таки он продолжит делать? Скибиди Туалет 2! Возвращение легендарное! Скибиди... Умывальник! Ну что типа того. Скибиди ванная! Или там будет это уже Скибиди... Что-то не... Пусть будет не туалет. Скибиди компьютер! Короче, что-то будет такое вот. Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.